Привет, друзья, с вами я, Слово, мы продолжаем играть в Batman Arkham Origins. Текущее задание — выяснить местонахождение черной маски. И перед этим найти пингвины и еще что-то. Ой. Преступники болтают. Так, найдите пингвина, это первое. И второе, найдите первую сим-карту для определения местонахождения пингвина. А, вот так вот, то есть... Сначала мы найдем сим-карту, чтобы найти пингвина, потом через пингвина найдем маску черную, и все. Так, следующее задание у нас находится вот здесь, в другой части, в другом районе. Так, ну вот, сейчас полетим и найдем эту сим-карточку. Так, игру я записываю в 60 FPS, ну, как и все игры, которые я сейчас стал записывать. Поэтому, ребят, быстрее ставьте 720p 60 FPS, ибо это очень клево. Смотреть видео в 60 FPS — это замечательно. Так. О, как классно зацепляется Бэтмен за наши препятствия. Итак, вот эти горгульи уже были в Бэтмен Arkham City, насколько я помню. По-моему, в Бэтмен Arkham City было, да-да-да. Тоже прикольная, кстати, игрушка. Но пока что мы проходим все, ребят, Batman Arkham Origins. Так, вот, перекатнулся как Бэтмен. Так, что у нас с врагами? Так, выберем Бэтранг. Итак, а почему детективное зрение не показывает сколько их? Раз, два, ну, пять штук. Пять штук бандитов. И... А вот глушилка, да, или что это, сим-карта тут, наверное. Ну, спутники эти для связи, наверное. Нам нужно всех вырубить, чувачков. Интересно, мы сможем бесшумно как-то их снять? Если, например, сделаем как-нибудь вот так. Ой, нет, спалились, спалились. Спалился. На нах. Держи. По щам. Так размеренно, не торопясь, мы каждого по разу так даем в щечело. Что? Как ты смел? На-на-на-на-на. Тихо. На-на-на-на-на-на-на. О, тихо. Опять ты. Все, сейчас получишь кучу ударов по щам. Что будет? О-о-о. Пузика как ему, а? Может, теперь подумаешь, может, похудеет. Вот, устройство связи. Специальное устройство связи для работы в частной беспроводной сети содержит 256-битную сим-карту для дешифрации. Ну и, конечно же, патроны. О, деньги. И мячик. Так, используем. Так, сейчас будем что-то взламывать. А, нет, находить сигнал. Так, найти новый сигнал, передатчик микровол... Что? Микроволновый? Так, расшифровка. Бэтмен. Так, нужно вторую переносную станцию найти. И тогда мы сможем уже определить, где этот хитрый пингвин. Так. Ну, в принципе, недалеко, смотрите. Входящее сообщение от пингвина, и почему-то субтитры слетели. На. На. Стоп, подождите, вот я что-то не понимаю. Ctrl... А, Ctrl право кнопка мыши, я всю левую нажимаю. Оп. Оп, оп. Ок, что-то расправляюсь я с ними. Разве не прекрасно? На! Стоп, это не последний был? Ладно. А, вот, последний, все. Получай. Отлично, Бэтмен доволен своей работой. Смотрите, какой костюм у Бэтмена. Я не знаю, во всех частях у него такой костюм был. О, какие-то у него усики там. Вау! Все-таки еще один был. А почему у него такая щетина? Ему не идет. Знаете, он выглядит как-то очень глупо. Действительно, как... Ну, как, действительно, как дурачок, я не знаю. Почему-то он выглядел мужественнее и лучше в
прошлых частях, то есть Batman Arkham Asylum и Arkham City. Ух ты, что это? А, новый уровень. И давайте прокачаем дополнительные улучшения. Что там? Так. А, мы не можем ничего прокачать. Или можем? Ок. А, мы не можем. Ладно, так, допустим, базовое управление. Что у нас тут есть? А, это просто базовое управление. Угу. Улучшение ближнего боя. Давайте тогда баллистическую броню. То есть баллистическая это против пуль, а боевая броня против атак ближнего боя. Так, летим. Вот мне всегда очень нравились перелеты вот эти. Ух ты, что это такое? Оп. Так, взять блок данных Энигмы. Ага, компроматы, ага. Знаете, что он там делал? Курил травку. Угу. Классные все-таки тени вот тут. Классно сделали. И вот, это, вот эти следы от снега. Я помню, я тогда еще как вышла игра. Я играл на... О, видите, как он может за уступ схватиться, скользить. Оп, это реально он, сказали. Да, это действительно я, Бэтмен. Давай, сломай кому-нибудь руку или еще что-то там, какую-то конечность ненужную. Хотя им не нужны вот эти все конечности, им нужны просто деньги. Это просто обычные бандиты. Давай, решающий, блин. Ты что, самый умный? Да, и прическа у тебя говно. И да, похудей. Да, зря я это сделал. Опа, совершается преступление. Давайте лучше как раз преступление. Это то самое. Вот, давай. Полное? Нет? Не полное? Ну, ладно. Ух ты, какие они все в броне. Ну, не все, но большинство из них. Так, сейчас кому-нибудь руку просто сломаем один раз. Ах ты. Все, козел, ты напросился. Так, улетаем. Ух ты, меня еще успели немножко пощемдать. Нет, нам надо повыше-повыше забраться, и мы используем свою эпичную способность, смотрите. А мы спускаемся вниз. А, да, ну не так же, в полете надо было. Ах вы, какие заразы все. Ой, больно как. Что-то я не такой крутой, как я думал. О, тихо, давай. Хренач, одного, другого. Тут бандиты разные, по-моему, собрались, нет? Или только черные маски? Да, по-моему, черные маски, только бандиты. Хотя, смотрите, тут, по-моему, холодно должно быть. И по логике должны быть бандиты-пингвины, но нет. Давай, вот этого, нет? Оу, фак, знаешь, как битый больно по голове-то. На. На, держи. Ой, больно. Тут разные враги, то есть, и тут сложнее. Надо под каждого свои приемы. Ах ты, козел, меня сейчас убьют скоро. Оу. Так, все. Оу. Так, давай, бей. Во, его прям, вот кого прям надо было. Ой, Бэтмена убили. Шок, шок, ребят, Бэтмена убили. А, обычный чувак? Парни, похоже, справедливость наконец-то восторжествовала. А теперь заглянем под масочку. Эпс. Миссия провалена. Я первый раз умер, но это бывает. Я думаю, давайте не терять время. Насрать на убийцу сейчас. Давай все-таки уже на задание. Тихо. Офигеть. Давай вот туда. Оп. Так, что там? Что там? А, вот вторая симка. Так, два врага. Опа. Оп. Один ретранслятор промышленный сломал. Ты что там такое? А что там такое реально светится? Не знаю. Так, ну, пару-тройку ребят, но это немного. То есть, трое ребят, это мало. Так, а что здесь надо сделать, мне интересно? Что это даст вообще? А, это, наверное, блок данных Энигмы. Давайте. Не продах. А да ладно. Неправда. Офигеть.
Ну. А, вот. Ну да, блок данных Enigma. С компроматом каким-то. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Чуть-чуть не спалил нас, а, козел. Так, вот было бы как в Assassin's Creed, чтобы мы знали траекторию их движения, вот было бы вообще идеально. Тихо, тихо. Кто это бросил? Ничего не бросал. Во, отлично. Опачки, все. Можно нокаутирующий удар применить, но это будет громко, и они спалят нас. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, кого сейчас, кого сейчас? Давайте вот этого сейчас. О, вообще без палева, отлично. Давай быстрей, быстрей. Тихо. И можно вот это с нокаутирующим уже. Бам! Почему у них все прически тупые какие-то? Ладно. Да. Ну да, можно использовать нокаутирующий удар, чтобы привлечь внимание. Но это не круто. Так, о, симку достал, хотя это больше похоже на SD-карточку какую-то. Итак, новый сигнал. Тоже микроволновой какой-то, или... Активный перехват включен. Угу. И... Так, пингвин. А, вот борт, там какой-то борт. Давайте его достанем. Все, мы теперь знаем, где пингвинчик. На старом корабле. Конечно, его тяжело найти. Там, наверное, связи-то нет у вас почти. Ну, поэтому, наверное, они используют вот эти вот всякие тачки, всякое такое. Правильно ведь? Ну, это лишь мое мнение. То есть они специально используют специальные какие-то... О, снайперы. Бесшумно устранить снайперов. А где они? Я даже их не вижу. А, во. Вот все, они прорисовались. Сколько врагов всего, мне интересно. Так, смотрите, один враг вот здесь наверху. Остальных будет убрать легче. Ну, прикольно корабль выглядит, но... Не сказать, что прям заброшенный, ибо свет там горит, но... Тем не менее, пингвин там скрывается. И сейчас мы его достанем. Так, без пальва, давай, давай, без пальва. Давай, черный плащ. Бесшумный решающий удар. Отлично, там один еще пониже. И все, вы серьезно? Так. Мне бы, конечно, не помешало... Удар в планировании. Ну, можно это все беспалевно, но смотрите, мне... Да ну нафиг. Давай. Бам! Я надеюсь, никто не спалил. Тихо, 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 тихо. Кто-нибудь видит труп? Никто не видит труп. Тихо, тихо. Офигеть, там они бомбу уже бросают, а? Ну, граната точнее. Так, они в замешательстве, но они не знают, что это я. Тихо. Так, у нас всего... Шестеро, да, получается. А нет, даже семеро. Тихо, тихо, тихо. Давай, 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 давай. Во, отлично, отлично. Я думаю, они нас не спали. Так, видите? Их тут четверо сверху. И снизу еще двое. Угу. Можно открыть. Открывай. Тихо, тихо. Да не прыгай ты. Открывай давай. Отлично. Так, можем мы... Так, один идет сюда, да? Угу. Можно открывать тогда, в принципе. В принципе-то. Почему бы и нет? Так. Куда же ты пойдешь? Вот сюда, да? Угу. А, тихо, тихо, тихо. Нет, 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 нет. Еще один там, еще один там. Надо все это тихо сделать. Нашего ранило, да это и понятно было. Так, бегите туда, к раненому. А этого я порешаю. Так. Отлично, 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 отлично. На тебе, нах! На, 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 на! О! Давай, 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 давай! Цепляйся куда-нибудь уже. Офигеть, блин. Это было опасно.
А они ищут где-то наверху. Ага. Вы меня выкурите? Да ладно. Уже это не серьезно. Так, ну-ка, уничтожим быстренько. Оп, все. Парк аттракционов ретрансляторы. Угу. Нас не спалят здесь, вот, надеюсь. Нет, пока не палят. Угу. Они все как дурачки пошли туда. И одного оставили здесь. Блин, ты дурак. Молчи, херосос, блин. На нах. Тихо, тихо, тихо. Блин, да что ж они такие злые-то все, а? Оп. Блин, вот никак. Ну все, вы меня разозлили. Домовую бросать я не буду пока что. Тихо, тихо, так. Надо убрать вот этого вот чувачка хитрого, которого я еще уже третий раз не могу брать. Так, все, тихо, его убираем. Угу. Так, осталось всего лишь четверо. Жалко, противников не показывается сколько. Испытание темного рыцаря завершено. Выполните 3 бесшумных решающих удара за одну. Чего там? Так, этого надо убрать, этого убираем. Убираем. Тихо. Тихо. Отлично, отлично. Вы просто молодцы. Вы работаете плохо, но мне от этого еще лучше. Так, этот идет вперед, а мы позади каждого так убираем. Так, за этим теперь идем. За этим, конечно, обязательно. Мне даже тренинг не нужен. Кто тебя помощник? Кто тебе не поможет? Кто тебе там поможет? На нах тебе. Да блин, я из-за тебя... Ах ты, козел! На тебе! С колена, ёпты. Будешь мне еще тут выделываться. Так, сюда, по-моему, надо. А, или вниз. Вниз, вот сюда. Да-да-да-да-да. Спасибо, поезда. Вы просто вот вовремя. Блин. Так. Ты меня порежешь? Эй, сюда иди. Слышь, сюда иди. А, вот так вот, да? А, в сторону. Да пошли вы просто в жопу, я просто... Я... Ты слышишь? На нах. И никаких там не надо, вот. Проблем, все. Так, ух ты, сколько оружия-то у них тут. Офигеть, просто они к Третьей мировой готовятся здесь. Какой-то турнир, какие-то турниры по мордобойству у этого. Да, бойцовский турнир. Туда мне нужно попасть. Все, и мне, пожалуйста, записаться на бойцовский турнир. Так, что это? Взрывчатый гель. Позволяет дистанционно подрывать заряды взрывчатого геля один за другим, а не все сразу. А, во как хитро. Ну, я пока... Мне это пока не надо, наверное. Так, повышенный объем задымления. Во, о чем мне надо. Вот это задымление мне надо. Я буду скрытым хищником. Я люблю быть скрытым хищником. Это круто. Ребятки. Оп. 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 Оба. 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 Оп, оп, оп. Оп, оп. Ну-ка, оружие даже не думайте брать. Я вам не дам просто. Взять оружие. И тревогу там не включай. Ничего не включай. Даже не пытайся, пожалуйста. Тебе все равно не выйдет. Вау. Я просто по цепочке за 23 удара всех завалил. Ну, даже больше. Так, что там за телевизор был? О, это же квадрокоптер. Использовать. Да, беспилотник, дрон, квадрокоптер, неважно. Применение это одно, наблюдать за кем-то или еще что-то. Ну и в будущем, возможно, будут атаковать такие вот штуки. Так, я надеюсь, еще не спалили, что я здесь. Что за Кэнди?
О, затапливает. У них тут затапливает уже все подряд. Да, они нормально там бойцовский турнир хотят провести. Опа, вот что мне надо. Опа. Я так захватываю. Нет? Почему нет? А, это заморожено. Вот туда не знаю, чем можно. Так, а что у нас есть еще? Взрывчатая гильда, моя граната. Шифровальный секвенсор. Нет, ничего не помогает. Ладно, идем дальше. Ой, тут вода течет вовсю. Как... Блин, ой! Ой. Шок. А нет, бэпон в порядке. Мне просто удивляет, какие еще... Блин, да... Ты шутишь? Нет, ты... Даже преступники офигевают. Что за Бэтмен такой, да? А, я, нет, я, ребят, честно не понимаю, что происходит. Может быть, я как-то что-то не так делаю? Я вообще туда пошел, скажите мне, пожалуйста. Ну, по-моему, туда. Во! С четвертого раза только перепрыгнул, наконец-то. У них тут пожар. Все топит, а они... На, нах. На, на, неожиданные удары от Бэтмена. Йоу. И тебе, мазефакер. Ребятки. На, на, на. Ты что, меня бутылкой хочешь порезать, слышь? Порешаем с корешами на раз, давай. Ты что, еще меня стулом хочешь кидаться? На тебе нафиг. Да, ну это я тебе не пельменная, чтобы стульями кидаться тут, ага. Может, тут, конечно, продавщицы нет, которая тебе порешает за стул сломанный, но... Зато есть Бэтмен. Куда там лететь? Нет, нам лететь никуда не надо. Вот что нам надо. Оп! Ова! Хотя, подождите, может быть и надо, действительно. Давайте посмотрим. Что там наверху-то у нас? А, так мы только что оттуда, зачем нам? Лол. Так, ой, чё с тобой, Бэтмен, ты чё? Капец, это типичный Бэтмен, это его логика. Ребят, я уже, наверное, потратил минут 20 на все эти плетушки, но ничего, все нормально же, правильно? Вот и Либра, да, мой напарник, он вообще там серии по часу делает, поэтому я думаю, что серия на 40, там, например, минут у меня, как бы, ничего плохого не сделает. Ну, скорее всего, она получится на 40 или... Что-то типа того. Я раньше помню, проходил Alien Isolation на канале. Плейлист все еще есть там. Нацепить бедкоготь. А, типа стену сломать. Давай. Ух ты, какой ты сильный-то. Я делал серии по часу, по 50 минут. Это не было. Это было не круто, проще говоря. Потому что серии по 40 минут действительно никто не смотрит. А по часу тем более. Поэтому я в последнее время делаю ролики по 20 или 30 минут. Но... Вообще, в идеале хочу, чтобы по 20, по 25 было. Но иногда это не удается. Опа. Где пингвин? Вот он стоит там наверху, пончик. Так, что тут? Что это? Не получится, да? Надо обойти. Ой, ой, тут что-то прет. Что нам делать? Что мне делать? Так, а во... Доступен профиль. Мне скажите, как туда поп... Что? Что тут? Какой клапан надо перекрыть, чтобы попасть внутрь? Или как-то я не знаю, честно. Честно, я, ребят, не знаю. А как? А как? Может, как-то пролезть куда-то можно, нет? Ни одной, как бы, подсказки нет, что ли? Или наверх куда-то, может, надо, нет? Пар. Мне такое чувство, что нужно что-то... Дверь заперта. Они дерутся. А, так это временно, смотрите. Блин, вот я туплю. Иногда бывает такое, извините, ребят. Ну, со всеми, наверное, случается. Так. Ой, пар этот вот... Честное слово, не люблю. Пар говно. Опа! Скользим. Так. О, вот сюда можно как-то. А,
нет. Этот пар... Ну ладно, нам этот пар не нужен, в принципе. Что нам нужно? А, вот, вот чё. Давай. Отлично. Можем идти дальше. В дырку. Ой, тут... О, самолетик. А, отлично. Вау. Сейчас будет драка, кажется. О, чулочка. Какой шалун. О, это же этот электрический электрошок. Или как его? Я тебя убью. Об этом, но все равно. Ну ладно, давай, дружи, драться, что ты? Чё ты выделываешь тут, негр? Давай, черножопый, говори, где черная маска по-хорошему. Все, последний шанс. Давай, давай, давай. Иди сюда. Давай, давай. Давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я ему повредил, нет, как-то? Нет, ты не взорвался, разве? О! И все, что ли? То, наверное, нету. Или все? А, все что ли? Он выпит. Я думал, это крутой какой-то парень. Ну ладно. Победите электрошокера, и все, да? Задание выполнено. Нормально. Только ты в меня стульями своими не кидай. Ты меня не пугай. Ну на тебе еще, ладно, решающий какой-нибудь удачек. Ну на тебе. Ух ты, все еще больше и больше. Вы издеваетесь? Вы серьезно? Интересно, я смогу сделать какую-то большую цепочку по ударам? Так, на тебе. На тебе, 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 тебе еще. Оп, оп. И все, что ли? За три удара его. Нет? Ну ладно, еще. Добивающий. А, ну давай тогда допрос. Допрос. Где я тебя в текстурку загоню, если не скажешь? Я его уже его в текстурку как бы втаптываю, как сказать. Трейси вообще шаблон. Нормально. Вот. Тебе повезло, что ты не остался в текстурке. Хороший допрос, да. Пробел осмотреть электрошокером. Давай. Ну да, дебил какой-то, ладно. Что-то электрошок вообще петушок. Просто за один удар его на и все. Он даже оказался слабее, чем стандартный вот этот боец. Я офигел, ребят, реально. Так, идем. Коридор на палубу. Угу, а куда идти-то? А, тут все коридорно. Тогда идем дальше, вперед по дороге.
прыжок. Опа! А-за-за-за-за, а я умею прыгать и скользить на бегу. Ну все, турнир уже говно. Там вообще не прикольно, там люди слабые. Воу, офигеть. Так, опа. Оп, еще трофейчик или что это? Ну, компроматы, да. Как он там травку курил. А, и куда идти дальше? Куда дальше-то? Что-то я, может, что-то не понимаю, что ли? Да нет, вроде сюда. А вроде бы и не... А, воу, можно стенку сломать. Давайте сломаем, раз уж нам доверяют ее. Плохая стена, плохие текстурки. Тут все то леденеет, то горит, то еще что-то. Вот сплошные проблемы. Так, куда нам идти? А, вот, наверх. Идем, идем, только ты не соскользни. Так, по-моему... Подождите, подождите, подождите. Там что-то взломать можно, да? Ну, в принципе, давайте взломаем, пока мы здесь. Да не взрывчатый гель ты наноси. Смайлик свой. А секвенсор вот этот шевровальный. А, нужен код безопасности. Ну, значит, не получится. А, да и перемещаетесь. Но это мы все знаем, как тут играть. Оп. Вот Бэтмен у нас, да? Вот как Супермен, реально. Мне вот интересно будет посмотреть фильм, как Бэтмен и Супермен воюют. Хотя смысла особого тут там нет, конечно. Чё, no way? На тебе, на тебе, на себе, на тебе, на тебе. Эй, шпана, у нас общая тревога, говорит это Трейси. Трейси это, наверное, какая-то там секретутка у пингвина. Так, 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 и вот, так, побороди твой седой. Так, открываем дверь, все хорошо. Но зачем тогда вот эта электрическая завеса? Так, угу, вытягиваем штуку мы со всей силы, давай, потащили, потащили. Отлично. Так, это какая-то фигня. А, теперь я понял, зачем электрическая штука. Ну, это потом. Ассасин. Электрошок вообще дудос. Все, пошли, пропускаем разговоры. И это не очень интересно, как они там мило воркуют. Главное, чтобы порешать пингвина и его братву. Ну, точнее, черную маску и его нанятую братву ассасинов. Ух ты, что за бар? Можно выпить? Казино. Я один алкаш только. Бандит, не знаю. Без сознания. Ну что без сознания? Пить меньше надо. Так, бандиты. Ага. Да ладно, казинишка уже у них есть. Тихо. Так. Пакуют они ловешки. Фишек много. Так, давайте вот этого устраним. Быстренько так вот. Тихо. О, как клево, клево. Угу. Офигеть, у него свой вот этот вот. Тихо, тихо, ты чё, ты... Я хотел двойное сделать. Ах ты, гандончик. Ловешки у них, ага. Хрен вам, они ловешки. Бэтмен, забирай лавандосы. Опа, тёлочка. Ты сваливай уже отсюда. А вот своих бандитов, а, бандиты, бандиты. Ладно, ладно, я поделюсь с вами ловешками. Шучу, не поделюсь, хрен вам, вообще моржову. Они ловешки, ловешки он там захотел, ага. Ах ты, вот так значит, да? Так, порешаем. Вот этого, вот этого, вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. Каждому по удару. Сюрприз, мотафака.
рождественский причем, сюрприз, из ударов. Отлично, мне всегда нравилось это бое. Чё-чё-чё-чё-чё. На тебе, нахер. О, одному автомат, блин. Какой охреневший дурачок. Меня хотят стулом запустить. Думаете, это хорошо? Да вот нифига. Вау. Найс. Давай, открывай эту дверь, я тебе сейчас дам. О, закрылся. Засал? Вот, тёлка стоит. А. Там еще ребятки. Тут еще доллары. Ну, это, видимо, не для нас. Или для нас. Отлично. Все закрыто, и только одна решетка вентиляции открыта. Обожаю решеточки. Опачки. А почему тут нету? А, вот появились. Вот эти вот болты. Почему-то их не было. Да? Ви. Да, да, да. Так. Опачки. Так, что тут надо сломать, взломать. Так. Нелегально. Угу, нелегально. Опа, неожиданно, да? Неждан? Мы всех обманули, похоже. Или нет? В смысле? Подождите. Мне обратно надо идти трассу? Опа! Оп! Оп! На! Все? Топ, новый уровень, отлично. Так, давайте. Броню ближнего боя вот это мне надо, потому что меня один раз уже завалили, так? А, вот лифт. Я думал, вот это лифт, вот это, кажется, лифт. Давай, открывай, открывай, я сейчас драться буду с пингвином. Давай. Я не знаю, как он использовал вот эту фигню. Тут кнопок нет, потому что. Ну, как-то да использовал. Так. Ой, болтает, болтает. Здрасте. Кэнди, Трейси. Одни секретарши у него. Ой, тихо-тихо. Блин, я еле успел. Оп. Трейси. А Кэнди кто? Давайте Кэнди посмотрим. А Кэнди-то получше. Поможешь пингвина. Найс. Живет за счет пингвина. Конечно. В уголовных делах фигурирует только как сообщница пингвина. Возможно, способна исправиться. Класс. Вики Вейл. Дура, блин, назойливая. Светлячок. Круг-убийца. Шив. Кто такая Шива? Какой ассасинс какой-то. Киллер, ага. Великолепно владеет боевыми искусствами, непревзойденные навыки в рукопашном бою. Ну ничего себе, посмотрим. Энигма, календарик, Трейси. Трейси кто? Тоже помощница. Ну да, я же говорю, как секретутки. Черная маска, пингвинчик, медноголовка. Напитки да, насрать. Короче, ладно, запинайся. Вообще в идеале из черноголовки, но из медноголовки тоже можно. Чё, давай сиди тут на тебе. Чё, ой, чё, ой. Так. Так, нам взломать надо все-таки. Давайте взломать. Уже взламывали, нет? Надоело взламывать. Римся. Римся, римся. Договоримся. Договоримся? Это, знаете, это как будто бы вот этот вот майор, которого убили, этот, придумал пароль. Типа, договоримся? Вы мне там деньги, а я вам... Опа! Классно. Так, а куда нам идти там? Налево. А, ну да.
вот в эту сторону. Фича. Театр. О, блядь. Привет, парнюша. Тебя сюда не звали. Иди нахуй. Давай. Опа! На, на. На. Вот, оп. На. Оп. Видите, как я круто действую? Уйти от захвата, на, нет. Давай. Оу. Чудо выпендривался, каратель пингвина. Да ты петух, ты не каратель. Пиздец, ты не каратель. Кораблики. А, давайте посмотрим. Поговорить. Final offer. Купил сомалийских пиратов за гроши. Ну, естественно, за гроши он там уже ломается. Текстурки погружаются, кстати, плохо. Мои любимые. А, это уже не горгульи. Это не другие. Другой зверек. Бросаться в укрытие уж не будем, мы же не какие-то там девчонки. Оба! Блин, нравятся мне такие места, где вот нужно вот так действовать. Большая площадь, можно летать. Много таких мест на самом деле, но. Так, по-моему, надо лететь туда, мне кажется. Тихо. Тихо. Оп! Ну вот, а вы думали-то. Делов-то. О, кто там? Чё за скелет? Это кто? Это кто? Кого там вы повесили? Не знаю. Так, раз, два, три, четыре. Он, блин. Так. Тихо. А ты-то думал? Опа! Тихо, этот идет сюда. Уходим. Уходи, делаем уходишку. Ой, блин. Ты уже определись, куда ты идешь, куда тебе там надо. Косю. Так, этот. А, блин, вот еще один остался, да? Угу. Значит, на горгулью. Ну, точнее, не горгулью, а. Это что, орел или ястреб? Вот. Захват с высоты вообще беспалево. Спасите, надо проверить. На. Неожиданно себе. В подбородочек. Так, это кто такой у нас? Бандит Фальконе? А, телохранитель. Альберт Фальконе. Угу. Так. Ну что ж, друзья, я думаю, на этом мы и закончим. А куда дальше идти, кстати? Интересно, туда что ли? Ну, это мы сделаем потом. Ну, а на этой нотке мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, подписывайтесь. Пожалуйста, поставьте лайк. И напишите, что вы думаете об этом видео. Все. Всем удачи, ребята, и всем пока-пока.